Практическим богом весь вокруг. Каждое слово, все истины, что выражает он, практические. Все остальное пустое и необоснованное. Святой Дух направит человека к словам Божьим. Чтобы войти в реальность, человек должен стремиться к ней, познавать ее и переживать ее. Познали реальность и обладают ей, это Богом обретенные. Те, кто познают деяния Его через свой опыт в реальности. Чем больше ты сотрудничаешь с Богом, чем больше ты дисциплинируешь свое тело, тем больше Бог через свой труд просветит тебя. И тем больше ты обретешь реальность, познаешь Божьи дела. Те, кто лучше знают реальность, различают чьи слова практические. У них меньше заблуждений. Чем больше люди переживают ее, тем больше познают дела Божьи, избавляясь от характера развращенного. Чем больше в них реальности, тем больше знают Бога они. Ненавидят плоть, любят истину, и тем ближе они к стандартам Божьим. Те, кто познали реальность и обладают ей, это Богом обретен. Деяния Его через свой опыт в реальности. Чем больше ты сотрудничаешь с Богом, чем больше ты дисциплинируешь свое тело, тем больше Бог через свой труд просветит тебя. И тем больше ты обретешь реальность, познаешь Божьи дела. В сегодняшнем свете Бога, и твой путь практики станет яснее. Ты можешь уйти от старых учений и религиозных представлений. Сегодня фокус на реальности. Чем больше человек обладает ей, тем яснее его знание истины и понимание Божьей воли.